На-на-на-на-на. Новый лад. Новый лад. Все о том. Уверенно. О простом, о чем мечтают люди. Где-то фальшиво, не вытягивая ноты, но с душой. Выйти к микрофону и спеть для кого-то уже подвиг. Звезды телеэкрана признаются. Пришли, чтобы расслабиться, но оказалось, что петь куда сложнее, чем снимать репортажи. Я учился играть на гитаре для того, чтобы петь Высоцкого и Акуджаву, а получается только Мишу Круга. Вот мой уровень пения. Я просто выросла на песнях Наташи Королевой, и с того момента, как я их послушала, я поняла, что мне очень нравится петь. Я пою дома, пою в машине. Автор песни Лев Шапира. Известный композитор, певец. Кстати, Лев – бессменный музыкальный куратор наших журналистов. Под его надзором проходит запись каждой новогодней песни. Кстати, совет – запись песни всем коллективам лучше любого тимбилдинга. Да и плюс 100-500 к новогоднему настроению. Я 31 декабря не садился за новогодний стол уже 20 с лишним лет, поэтому у меня новогоднее настроение, оно не такое с салатом оливье, там, с елкой связано, оно немножко другое. Ну а что в итоге получилось из творческого союза самых музыкальных журналистов телеканала «Толк», покажем на этой неделе в наших выпусках новостей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с «Толком».